Рефери в октагоне Дмитрий Чирышев, город Курск, встречает. Итак, дамы и господа и уважаемая публика, промоутерская компания Allianz Fighting Championship представляет вашему вниманию 10-й финальный бой сегодняшнего вечера в рамках турнира «Битва Титана». Бой по креплингу. Двухраундовый поединок в супертяжелом весе. И я приглашаю в октагон, встречая Джефф Снорман Монса, Соединенные Штаты Америки. Drive my car.
представляет вашему вниманию бойца, чей возраст 46 лет. Рост 1 метр 77 сантиметров, вес 105 килограммов, 100 грамм. Спортивная карьера. Является двукратным победителем турнира ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Спортсмен тренируется в спортивном клубе American Top Team. Профессиональная карьера в ММА. 88 боев, 61 победа, 26 поражений, 1 ничья. Дамы и господа! Представляем вашему вниманию бойца, чей возраст 35 лет, рост 1 метр 88 сантиметров, вес 105 килограммов 800 грамм. Спортивные достижения. Российский самбист и боец смешанных видов. Чемпион России по бойкому самбо. Двукратный чемпион мира по бойкому самбо. Чемпион мира по панкратиону. Профессиональное достижение. 21 бой, 16 побед, 5 поражений. Город Калининград, Россия, встречает Дмитрий Заболотный! Рекомендации рефери. Бойцы центра «Октагона». Дима, сила! Дима, давай! Дима, давай! Спортсмены, слушают команды. Скручивание пятки запрещены по правилам Мюнхенского клуба прессинга проходит поединок. Пожалуйста. Двухраундовый поединок по греблингу. Публика готова! Бойцы готовы! Грепли готовы! Дима! 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 Дима
Публика, поддержим спортсмена! Дмитрий Заболотный, Россия, Калининград! И Джек Волоса, Соединенные Штаты Америка! American Top Team! Итак, дорогие друзья, окончен первый раундового поединка. Партнеры турнира «Рестоклуб Мама Люба» и «Шпойтус» и «Василийск» будут как дома. Мы работаем каждую пятницу и субботу с 19:00. Торговая сеть «Европа», «Европа», «Сиканинский центр», ресторан-газничный комплекс «Престиж», «Престиж», «Искусство гостеприимства», «Курск онлайн-телевидение», «Курск ТВ», «Современно» и «Коротко главным», только интересные новости города Курска. Промоутерская компания Alliance Fighting Championship выражает искреннюю благодарность всем партнерам турнира. Выражает благодарность Союзу ММА России. Выражает благодарность всем зрителям, которые сейчас находятся в зале и поддерживают спортсмена. Дмитрий Заболотный, город Калининград, Россия, и Джефф Монса, Соединенные Штаты Америки.
Уважаемая публика, поддержим спортсменов. Финальный бой сегодняшнего вечера. Объявляется ничья!
Гёльдесен. Дмитрий. Just a moment, I am speaking. Дмитрий, прокомментируйте поединок. Если бы был бы такой, попытался бы партнер, да, за такую скучную борьбу, просто я смотрел много Монсона, как он борется с полугардом защиты, поэтому я старался в партнер не лезть, вот, и тем самым особо не переводил, вот, тогда он это делал, и, как, ну, скажем так, вот. Дмитрий, объясните всем присутствующим, вы достаточно отличный спортсмен, вы очень опытный, титулованный. Действительно его так тяжело взять, провести прием? Да, это человек, который выиграл в свои годы высшую степень BJJ и грэпплинг. Это в Арабских Эмиратах есть турнир ICC, да, то есть это считается наивысшая степень, мало кто это выиграл, поэтому это человек, который добился всего, скажем так, в этих дисциплинах. Я единственное помоложе, да, Монсон, я вижу, не с позвоночником, проблема, да, поэтому он особо тоже не атаковал. Я как бы чуть-чуть, может быть, боялся там рисковать, партию перевести. Не знаю, правильно делать, правильно. Дмитрий, но в любом случае, я не знаю, рады вы результату или нет, вы получили бесценный опыт.